Здравствуйте, меня зовут Илья, и сегодня в рубрике «Энциклопедия A-Markets» я расскажу вам о том, по каким ценам происходит исполнение отложенных ордеров в программе MetaTrader 4. Первое, что нужно знать, это то, что все графики в терминале строятся по ценам бит, то есть по цене продажи. Для того, чтобы отобразить на графике цену ASK, щелкните правой кнопкой мыши. Выберите «Свойства», вкладка «Общие» и поставьте галочку напротив «Показывать линию ASK». Нажмите «Ок». После этого вы увидите красную линию на графике. Это и будет цена покупки ASK. Следует также отметить, что цена ASK всегда больше цены BIT, а разница между ними является спредом. Такие типы ордеров, как sell, sell stop, sell limit, открываются по ценам BIT, однако их закрытие будет происходить по ценам ASK, то есть по ценам покупки. Ордера buy, buy stop, buy limit открываются по ценам ASK, а закрываются по ценам BIT.